И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, это Макс Фисташка и очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, девчонки, поздоровайтесь. Всем привет. Все просили, чтобы подписчики играли за SCP, а мы выживали. Мы узнали, что чумной доктор может заражать и превращать меня в зомби. Покажи, Кэт Макс. Смотрите, и вместо моего трупа остается зомби, который сейчас встанет. Сейчас, смотрите, очень медленно, но он это сделает. Очень эпично, как в Матрице. Кого двигает? Внимательно, смотрите, оживает. Так, мой труп не трогать, он еще должен пригодиться мне. И смотрите, как медленно поднимается, это очень зрелищно. Прям как будто его за спину поднимают. И короче, я не знаю, сколько будет потом этих зомбаков на карте. Будем выживать, и у нас еще есть статуя, конечно же, которая будет мочить, когда мы моргаем. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Интересная карта, здесь куча дверей, просто какой-то лабиринт. И двери что-то громко открываются и закрываются. Я уже слышу звук чумного доктора, он где-то рядом. О, статуя! Статуя! Смотри на нее. Эй! Чумной доктор там ходит, и статуя! Отвалите! Так. Беги! Давай, зажимай, Фокси, зажимай. Так, тут Марио бегает. Марио, помогай. Сыкаешь, да, я тоже. Я буду выживать ходить. Чумного доктора как-то управление, да, очень плохое? Да, надо подлагивать. Бывает, что это мод так, видно, работает. Ой, я слышу этот звук. Статуя. Я смотрю на нее. Так, давайте будем оружие какое-то использовать. О, смотрите, идет очень медленно, но идет. Сейчас мы ему морду раскрышим. Мочи его. Очень близко. Мне кажется, у нас так много, может кто-то еще статуей стать. Или чумным доктором. Почему-то от зомби очень странная кровь вылетает. Как куски говна какие-то. О, давайте шаром. Ого, шар его сразу убил. Оу, над головой пролетел. Красота. Так, а где пацаны? Фоновая музычка на карте такая интересная очень. Слышите? Черное очко. Ого, сколько здесь этажей. Нифига себе. Ой. А че я моргаю? Пошли. Почему-то здесь кто-то еще... Есть, убили фисташку. Я левик сидел. Так, поднимаем. Я хочу, ребята, на самый верх подняться. Посмотреть, что там, а там завал. Печально. Опа, зомбарь. Так, мы в следующий раз можем потом, ребята, играть в прятки, использовать вместо аниматроников и сцепишек. Убили человека нового. А, я в тупике. А ну-ка, вот так, выкуси. Фу, это собака. Держи, фашист. Да почему она тут летает? А что-то отражается? Во, пошла. Родная. Красавчик. Давайте сюда жахнем. Ой-ой-ой, красота. Я убил из цепи? Так, Лимекс, пошли. Ай, шар пустил кто-то. О, над головой! Осторожно! SCP мертвый валяется! Трупейшн, давайте его удалим. Чпоникс. Так, кто-то что-то себе выдает. Так, я слышу этот звук. Где-то пацаны ходят. Двери. Так, собачка идет. Спускаемся. Ого, здесь уже он кишки. Я вижу, из цепи новый идет какой-то. Сдохни. Красава, только не к нам сюда. Эй, ой, над головой. Эй. Кто-то вентиляция. Мочите его. Мы должны его замочить по-любому. Мы его, может, уже убили, не? Ой, я моргаю. Статуя. Сзади. Ай.
кто ж ты умный такой? Бывает. Я тоже так чудю. Но не всегда. Так, а кого можем еще? О, я знаю, кого можем взять. Есть у меня на примете очень классное оружие. Сейчас покажу. Знаешь, хочу Кэтмакс такое оружие взять? Пистолет с отражающими пулями. Только не помню, где он. Вот здесь вот где-то. Только все уже началось. Так, а вы где? О, я вижу. На первом. Ой, пульки. На правую кнопку мыши нажимаешь, смотри, что происходит. Смотри. Вся обойма сразу стреляется. Мас, спустись на нижний этаж. На самый? Я спустился, я внизу. А, ага, понятно, статуя. Так, 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 пацаны, внимательно чекаем. Опа, горит. Это он поджигает все за собой. Отойди, я в него стрельну. Пыли вас не спасут. А почему? А ты что, бессмертный, что ли? Я же огонь, сквозь меня все проходит. Да? Да. О, так мы сейчас проверим. Не подходите. Бум. Так, пацаны, чекаем его внизу здесь где-то. Поджигает наш дом новый. Идете? Вот он! На! Оно что, не затягивает, что ли? А, шар! Фисташка, молодец. Это самое оружие такое стрёмное. О, давайте будем льдом по нему. Давай проверим, заморозишься ты или нет, для интереса. Да не попадайся под шар. Я сам себя заморозил. Отвалите, да что ж я замораживаю сам себя. Ты чё, замораживайся? Офигеть, вот это мы тут устроили. Кэтмакс, ты замораживаешься, это как? Я быстро таю. Я знаю, ты таешь как и обычно. Блин, где-то тут есть пули, которые замораживают. Мочите, мочите его. Прикольно, мы огненного гасим. Стрелой в жопу ему. Да не попадайся. Отвалите. Вот это мы устроили здесь. Что ли? Блин, он идет все равно. Ну, блин, человек, который бессмертный. Да какой он бессмертный? Раз он замораживается, он не бессмертный. Блин, его пули не берут, которые замораживают. Так, я в другом месте появился. Продолжается война против NPC. Ой, против SCP. Ну чё, кто здесь самый умный? Еще одна дохлая статуя. О, привет, маска. Нифига себе, я тебя гашу. Не подходите. Убивай всех. И себя тоже. Так, все, прошло. Убили маску. Видите их? Вот идет, идет. Я знаю, что надо взять. Сейчас, 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 подождите, может... Делайте меня сильнее. Видите, как я как? Не берет? Так, хорошо, иди сюда. А, пули! Ух, мне повезло. Где ты? Ай. Никого не пустим, это наше место. Кто еще? Вот это мы классную войну сегодня затеяли. Ой, не то оружие, ну пусть будет.
Ой! Ой! Да для что ж я всех мочу своих? Ай! Я его убью, он не успеет, пацаны, нам ничего сделать. Мочим, мочим его! Блин, да не меня. В этом есть прикол. Так, я слышу выстрелы. Надо оружку мне какую-то мощную взять. Ну, а чё они взрываются? Ой, ну нафиг, а. Да не бойся! Ух ты! Еще одна! Еще одна! Воу! Вот это сильно сгорело оно! И огненный живой, все равно его ничего не берет. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!